叫虚虚张，虚张，虚张。嗯 ，when we talk with each other, if you agree what he said, then we say 虚张。Yes, that's right. Когда мы говорим друг с другом, и кто-то согласен в том, что говорит другой, мы говорим, да, так и есть, шу цам. Шу цам, это all colloquial language, no? Да, что здесь написано, это разговорный язык. Ло, лес. Ло, лес. Ло, лес. Okay, sure. Хорошо, okay. Уверен. Ну, just, you're also accepting what or at, order or request yeah. is from other people. Uh-huh. Then if we accept and then you say it's also lawless. Okay. Это всегда согласие. Когда кто-то нам дает указания какие-то или говорит что-то сделать, мы можем сказать lawless, то есть хорошо, понял. Согласен. Окей. Sure. Yes. А вот такой сет. 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 Это сокращенная версия. Оно разговорной речи постоянно употребляется. Лоле. Серна. Так называемая. Это сокращенная версия. It's short version of серна. Very short. Это сет. Се это укороченная серна, серна переводится так называемая. Они ставят везде, где не надо, тибетцы. Лоулес. 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 And we can also without се. Лоуле. Yeah? If we don't say that, it doesn't look nice. Лоулес. Okay. It's incomplete. Okay. We say лес се, it's better. Лоулес. Okay. Если мы... And we all give answer to this. Mm-hmm. When we receive some order, and we accept, then we say lawless. Это еще да значит согласие. If you don't say се, then lawless, it's not good. Если мы без се скажем, то будет не очень хорошо. В данном случае се, се как уважительное отношение к собеседнику. When we speak, it should be very quickly, you know, ле and се together, less. Like without this thought, this is like less, no less, no less. Когда мы говорим, у нас как бы смешивается и звук получается low less, как будто мы не делаем не делаем разделения. This we reply to when we receive from higher person, and if you accept and. We reply like this. Если какая-нибудь высокостоящая персона или какое-нибудь значимое лицо вам нам говорит что-то, мы говорим lawless. Да. Yin da yin. Yin da yin. Of course. Конечно. Yin da yin. This is also like this when somebody requests to do some work or some job, then we. You also reply like this. When we reply in the in. Также, когда это так же, как и второй случай, когда нам кто-то говорит что-то, мы отвечаем согласием или утверждаем. Да, конечно. And this all, you know, in a polite way. In replying to accept what they say and what they comment of whatever it may be. And you say, yes, it's okay. И эти все три предложения, они более вежливой форме, когда мы согласны в чем-то, мы утверждаем. We polite way to give answer. Мы должны дать ответ по вежливости. This we say, alle, alle. Alle. I see. Just, понял. I see. Понятно. When we talk, you know, when someone I see, he say Але. То есть это как междометие больше там, когда кто-то говорит и мы вставляем вот это Але, то есть Але. 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 Just I see. Але.
is not, it doesn't have any meaning. No. Just. Это не имеет большого смысла, как большого перевода. Але. Але. Ну да, вот так. I see. Ине. Ине. Инаям. 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 So both are like this, but. But. Инаям. Инаям и ине переводится как но, то есть другим, скажем, другим путем говоря. Но. По-другому говоря, вот. Но или по-другому говоря. Инаям. Инаям всегда была одна. Да, инаям одна, это тоже. Ине, инаям, оно сим. Инаям. Ине, инаям. But anyway, as in a this you when we talk generally, you know, you find this in books, in a, you don't find much. Inayan. Alle like this inayan you find many times in the books. In the books, yeah. Inayan мы можем найти в книгах, а все вот предыдущие версии мы только в разговорной речи употребляем, в основном в книгах этого нет. And when we talk, we also mostly say "ine", mm-hmm. "ine", but for but "ine", mm-hmm. "ine". Но когда мы ine. Говорим, мы можем сказать "ine", то есть "но". "Ine". Мы можем, скажем, опровергнуть то, что сказали, но. With the help of this "agui", little long tune, no? "ine". Это "agui" делает звук более долгим. If there's no "agui", then "ina". Если нет, нет гигу, если нет агиуи, то появляется то на. Ина. Звонче и быстрее звук. Ине. 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 Инаян. 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 Однако. Дингунере. 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 That is true. Это правда. That's true. De. 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 Это то. Mo. What is mo? Mone means true. Mone правда. Re есть. Mm. Это то есть правда. То есть mone это правда. True. De. Mone. That's true. Это правда. De. Tenja song zang. Tenja. Tenja. Tenja song zang. Therefore, song song. Therefore, поэтому следует из этого следует. Therefore, that's why. Вот почему. That's why. Из этого следует или поэтому. Therefore, yes. Tenda song song. Tenda song song. Tende. Tende ina, tende ina. Ina. If that is so, if that is so. Если это так. Tende ina. То есть это согласие, согласие сомнения. Если это так, то да. Следующее. На всегда если просто на. Ina. Она берется как если. Tende, dende, tende, ina. When you say na, mostly is if. Да, вот Геша говорит, что если на, всегда это если. Она говорит о том, что предложение, ну, нет только придаточных предложений. Ина. So tende ina if that is so. If that is so. Tende ina. Если это так. Если это так, ну тут подразумевается то, что есть продолжение, то так. So if you speak a little bit about Tibetan, then you're gonna use this one. But at the moment you cannot use this. Why? Huh? Because you cannot speak a very long time, you know? These are all in between the long talk.
We use these words. Вы, конечно, сейчас не можете употребить обширно эти предложения, потому что они в основном вставляются в большом диалоге, в большой беседе. Но мы, знаете, должны и можем между собой же так общаться. А вот из оци, оци. Оци. Сейчас will be surprised. Оци. We will be surprised. Can you write this? Oh, when you doing some different thing and some special things, you know, then he was surprised and then oh, yes. Когда мы удивлены и что-то неожиданно видим, мы можем сказать оци. Will you write? А? Will you write it? Оци. 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 Вот это да. Оци. 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 This also actually has no meaning, no. Oh, just like this, alle, something like this. When... Odzi, как и alle, не имеет значения, не имеет как бы смысла. Это междометие, выражающее удивление. When we see some very strange things, strange dreams, then for that we say, Odzi. Когда мы видим какие-то странные вещи, мы удивляемся, мы говорим, Odzi. OK, now. 小心就去撒虚脏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 虚
in central Tibet, in Lhasa, people do in Lhasa, they say, no, this is like a very big respect. It's to show a very respect. They say, no, this, when for parents or your teacher or your some gurus, they say something, in reply, they say, no, this, this should he accept and agree what he said. Очень часто, в основном, это утверждение можно услышать от людей, которые приехали из центра Тибета, Лхасы. В основном из таких регионов говорили «лолес». И когда что-то говорит им учитель или там высокая персона, они всегда отвечают «лолес», то есть они согласны с тем, что он говорит. Индаин. 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 When we say индаин, индаин. Когда мы говорим, так. When you read, индаин, индаин. Когда читаем, вы видите, мы говорим индаин, но говоря, мы проглатываем слово. Индаин, индаин. We use this very quickly, индаин, индаин, индаин. 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 Of course, yes. Але. 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 I see. Але, I see. Ине. 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 Ина Янг. Ина Янг. Ина Янг. Ина Янг. But no. Anyway, but anyway.
Tengonere. 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 That is true. That is true. Tengonere. That is true. Это правда. That is true. Tengonere. Tenda songzang. Tenda songzang. Tenda songzang. Therefore, then the song therefore, so can you read now, please? Shuzang. 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 This one? Lawless. 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 Salah the lana lo anaro. Lawless. Lasa le, sarang was say, less. Less. This should be read very quickly, no? Less. Or to, like together. Le, se. Это так читается быстро. Le, se. Lasa le, sarang was say, le, se. Less. No less. No less. No less. No less. No less. No less. Okay, sure. Okay, sure. This Indain. Again Indain. This one Ale. 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 Ine. 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 Inna yang. Inna yang. Inna yang. Inna yang. Tengonere. 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 Tenda. Tenda songzang. Tenda songzang. Tenda songzang. Tenda songzang. Therefore, tenda songzang. Tenda songzang. Therefore, tenda ina. Tenda ina. Tenda ina. Tenda ina. So, all these, you know, answers. When the other people, they talk long time, tell stories, they have to give this type of answers. Все эти типы предложений, это как ответы. Когда мы говорим в беседе, в большой беседе, мы отвечаем, используя эти выражения. Okay, please, you repeat. Шитан. Шитан. Лолес. Лолес. Lawless. Lawless. In the in. 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 In the Tengonere. 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 Tenda songzang. Tenda songzang. Tenda songzang. Tenda songzang. Tenda songzang. Tenda songzang. Tenda songzang.
Okay, again this. Indain. Okay. It's very good. Ale. Lawless in dying.
Але инде иная денгонере де дра сонцам де дре инна. Okay, very good. Choose song. Lo les. Good. Indain. Ale. Inne. Inayam. De nonere. Very good. De gras son sa. De. De de inna. De de inna. De de inna. Okay. Good. Fearless. Innaim. Innaim. Ale. Ale. Inne. Innaim. Good. De. De nonere. De nonere. Very good. Da. De. Song. 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 Denja, denja, songzang, denja songzang, denja songzang, denja, denja, ina, 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 denja ina, denja ina. Okay. Ready? Shu, shu zang, shu zang, lules, lules, im. Indain, ale, yan, inne, innayan, innayan, de de dende dende inna inna. Okay. Inna shutsan loles indain ale inne innain innayan dengonere denda sonso sonsan dende inna. Okay. Shutsan loles Indain, ile, ale, ale, inne, innayan, de monare, de dra son san, de dre inna. Good. Shutsan, le, lo les. Да.
Thank you.
Why you done without what? Why? And why? What you done what? Why here? She asked why in this sentence la exists. Because we only two words right here. Потому что это как бы составляющее слова. Это не отдельное ла, как ладун. Это слово. Или дайте ла, не там ла. Не там ла. You know, many are explaining about the la, preposition la. Мы уже знаем. Не там means beside. Actually, не там means beside. Не там это близ. Ти ла near. Ти ла это около. Нан ла и. Нан ла в. Нан ла on. Tangla na. Ola under. Ola pod. Damla. For we say beside nyetamla. When we make sentence, nyetamla. Ну когда мы ставим предложение, мы употребляем слова. Нетамла. Or you can write нетамла. Because this here we are explaining about the la. This la. Explaining. Здесь ла, как объяснение идет, поэтому мы правильно поставили его. Ла, means не там, нам ла. Only, doesn't give any meaning. You know? With this, when we it makes in нам ла, with the help of ла. Ла имеет очень много значений. Вы помните, мы разбирали на прошлом уроке. Нам ла, in. Нам ла, не там ла. So you know. When you make this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, all 7 put here instead of нам ла, then деб гам ги гам нам ла ю гам нам ла ю or гам ги нам ла ю. If you put ги of the right. Okay. Doesn't matter. Okay. If without nang but deb gam nang la ye, deb gam gang la ye, deb gam wa la ye, deb gam ti la ye, deb gam nyedam la ye, deb gam de gang la ye, deb gam dun la ye. Or you can write deb gam gi nang la ye, deb gam gi. Gang la yu, dip gum gi wa la yu, dip gum gi ti la yu, dip gum gi nyedam la yu, dip gum de. Here we don't write gi. Gum de, so argue we use there. This will do it. Gum de,
강라유 아니 데 감기 들라 예 or this in this in place of you know нангла you can put all this. Вы запомнили, вот сейчас Гишела объяснял, что вместо этого нангла, который стоит в первом предложении, мы можем подставить абсолютно любой из вышеперечисленных предлогов. Также и канла, и ола, и дила, и недам, и де канла, и думла. И тогда мы можем поставить также еще частицу, означающую родительный падеж. После вот кам мы поставим ги, и будет де камги нанла йо. Но ги мы не поставим, если будет эбо, вот это. Дей канла, дей канла. Мы ги не будем ставить. Вот так. Okay. That's all I'll just you can put here. Yeah? Deb. No, others are not changing. Uh-huh. Скажем, перевод не изменится от этого. And G is it just a preposition, like a preposition? La. Whether you relation. Put is also like a relation. Yeah. Relation between the box and the position. И здесь, если мы поставим ги, это будет только указывать на то, что связь между кам, это книга, там, коробка и нанла, и вот этим предлогом. So, if you put ги, it will more clear and good, correct sentence. Yeah. Если мы поставим ги, то будет намного правильнее написано, корректно. But sometimes when we talk, we will not... Omit this key or something. Но в разговорной речи, когда мы разговариваем, мы не употребляем. Часто мы не употребляем ги. Тем кам нанла е, yes, we say that. Тем кам нанла е, we very quickly we omit this ги. Вот так мы быстро произносим и опускаем эту частицу связи. Grammatically it should be right каятегу ги. Грамматически будет верно поставить ги. It makes it more clear. Оно более, скажем, ясным становится предложение. Okay. Правильно. So instead of you know your deb, you can put some other things on. Yeah. Вместо книги, вот деб, это книга, мы можем поставить то также абсолютно любое существительное. Can you translate please this sentence? Деб. Деб. Book. Деп yeah. Это книга. Гам box. Кам коробка. Нан ла in. Нан ла в. Предлог в. Ю находится. Книга находится в коробке. Книга в коробке. Правильно. The book is in the box. The book is in the box. The book is in the box. You know, same thing like the book is on the box. Деп. Следующее предложение переводится так. Книга на коробке. Вы видите? Канла. Канла это на. The book is on the box. The book я, может, неправильно немножко перевела до этого, что если мы поставим вместо нанла все эти предлоги, то будет перевод такой же. Нет. Перевод меняется немножко. Деп гамги волаю. The book is under the box. Книга под коробкой. Деп камги ола ю. Ола. Под. Under. Под. Деп камги тила ю. The book is beside near the till near the box. Книга недалеко от коробки. Возле коробки. Деп камги тила. The book is near the box. Деп камги недам ла ю. Is it difference between beside and near? Not so much different, yes. It's the meaning is same. Meaning yeah? The same, yes. Okay. Near or beside the same. Yeah. Я спросила, есть ли различие между вот этим гила и недам. То есть не и beside там написано. Близ и около. В принципе, разница небольшая. Тила, недам. Not much difference. Никакой. But, you know, нет большой разницы. In English, also near and beside. That's what different. В английском, видите, разные глаголы. Same. У нас разные предлоги. У нас также близ, около, мы можем возле подобрать. Много тоже. Значение одно же. Рядом. Near. Рядом. Beside also near.
Yeah. It's the same, yes. The meaning is just the same. Okay. Yes. Dead come the Anglai. The book is on above. Mm. De Anglai. Above it, no? Above. Not on the, just not touching on the. Not. The book is not touching on the, this, you know, box. It's Ali. Just above. Ali. That's a little bit Ali. Different, yes. Above, вот это above, de Canla. Это смысл такой. Книга не на коробке, а она как бы висит над. Да, не над коробкой, она как бы не касается коробки. Она над коробкой, да, но она не касается ее. То есть она висит. На чем она висит, непонятно. Нет, над коробкой. В одном случае над, в другом над. Да? Да, над. Эбо, это над? So, you say the joke is on that on the book. The joke is on the book. Yeah. Mm. It is not called above the book. Yeah. It's here the book, the joke is above the above the book. Yeah. Above. It's a little bit different, huh? Thank you. Yeah. Above. Airplane is flying on above our head like this. То же самое, как мы говорим, самолет летит над нашей головой. Он не на нашей голове, а над нашей головой. A little bit different. That's why they make it. In Tibetan, you know, this only Gangla, same thing. On is also Gangla, and above also Gangla. So to make a little different, they put this De Gangla. В Тибетце, кстати, часто употребляют Gangla как и на, как на. Gangla. Нужно понимать смысл. Both are same, eh? On and above. Gangla. Ji Gangla. Dep Gam Ji Gangla. Gam Di Gangla. And Dep Gam Ji Hula Yu. The book is in front of the box. В коробке, да? Нет, за коробкой. Книга находится... перед коробкой. Перед коробкой. Впереди коробки. So instead of you, this tip, you can say Horpa. What? Horpa. Can you? Cup. Can you write? Cup. Horpa. Horpa. Мы можем пос... Чокси. That's all the same. Mm-hmm. Words are same, yeah. In this way, you can also use many words by changing cum into some other words. Изменяя какое-то слово, структура не изменяется. Предложение остается так же структурировано. The way of writing sentence is the same. Hmm? Okay, now we read this. Nang la. Nang la. Gang la. Gang la. Og la. Og la. Ti la. Ti la. Nian dam. Nian dam. Or you can say Nian dam la. Nian dam la. Nian dam. Nian dam la. De Gang La. De Gang La. De Gang La. De Gang La. Dun La. Dun La. Dun La. Dun La. Dep Gam Nang La Yu. 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 Dep Gam Yi Gang La Yu. Dep Gam Yi Gang La Yu. Dep Gam Ji 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 O 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 La Yu. Dep Gam Ji Ti 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 La Yu. Dep Gam Ji Nian Dam 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 La Yu. Dep Gam De Gang 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 La Yu. Dep Gam Ji Dun La Yu.
Деп камги дюнлайю. Деп камги дюнлайю. Okay. So please you read. Нанла. Канла. Ола. Дила. Митам. Дейтанла. Дюнла. Деп камналайю. Деп камги дюнлайю. Деп камги олайю. Дев кам ги ди лайю. Деп кам намлайю, деп кам ги каллайю, деп кам ги каллайю, деп кам ги каллайю, деп кам ги олайю, деп кам ги тилайю, деп кам ги тилайю, деп кам ги нямлайю. Деп камги джамлайю, деп камди камлайю, деп камди камлайю, деп камги дунлайю. Okay. Very good. Now one by one. Okay. По одному. If you not feel boring. Нанла, камла, овла, джила, не джамла. Дэкамла дюнла. Дэкам намлайо. Дэкамги камлайо. Дэкамги облайо. Дэкамги джилайо. Дэкамги. Дэкамги дюнлайо. Намла, ганла, ола, дила, недам, де ганла, дула, дунла, деп кан намлайо, деп канги ганлайо, деп канги олайо, деп канги тилайо, деп канги недамрайо, деп кан де намлайо. Деп канги намла дунлайо. Намла ганла улла дрила недрам де канла дунла. Деп кан намлайо. Деп канги канлайо. Деп канги олайо. Деп канги дрилайо. Деп канги недрамлайо. Деп кан Dev kanlayo, dev kanli dunlayo. Okay. Nanla, ganla, ola, tila, nindan, de danla, dunla, de gananlayo, de nangi, kamji, gangi, nanlayo, ganla, ganlayo. Деп ган деп ганги олайю, деп ганги тилайю, деп ганги недам лайю, деп ганде ганлайю, деп ганги дунлайю. Намла тила тила не дре дре не там не дам не там не там не дам дей канла дунла тила де кам нанла йо де кам ги
Ган лайо. Деп камги. Олайо. Деп камги. Три лайо. Деп камги. Не драм лайо. Деп камги. Кам дей. Кан лайо. Деп кам ги дун лайо. Окей. Володя? Дун ла. Деп кам нан ла ю. Деп кам ги кан ла ю. Деп кам ги ы ла ю. Деп кам ги дим ла ю. Деп кам ги ни дам ла ю. Деп кам ди кан ла ю. Деп кам ги дун ла ю. Окей. Nala, kanla, öla, tütila, minta, mintam, dekanla, dula, dekam, nanlayo, dekamgi, kanlayo, dekamgi, ölayo, dekamgi, tilayo, dekamgi, Не там лайо. Де кам лайо. Де кам ги ду лайо. Окей. Нам ла, кан ла, ла, и ла, не дам, де кан ла, дун ла. Де кам нам лайо. Де кам ги кан лайо. Де. The Kangi Olaya, the Kangi Tilaya, the Kangi Nidamlaya, the Kang the Kanlaya, the Kangi Dunlaya. Yeah, I would. Thank you. Namla, Kangla, Ola, Tila, Nijam, the Kangla. Nicely, or you must improve more again. Вы хорошо прочитали, и теперь будете, можете уже пробовать, пытаться еще и еще. Again, you read some Tibetan, Pecha books. Yeah. And if you don't know how to read sometimes, bring it in the class and ask me or some other people, and in this way you can improve. Okay. И когда вы читаете книги, если вы читаете книги тибетские, на тибетском, там какие-то сутры, вы что-то не понимаете, не можете прочитать, приносите в класс, будем вместе разбирать. Или приносите в класс, Гешала с удовольствием посмотрит, даст вам совет, поможет, объяснит, что к чему. To speaking is very typical to study in Moscow, for you will not find Tibetan here. But reading you can learn very easily. Yeah. You can read yourself as much as possible in your house. And you can ask others. Говорить, конечно же, нам сейчас трудно. И, в принципе, пока нереально. Потому что, находясь здесь, в Москве, имея, обучаясь языку один раз в неделю, мы только начали читать хорошо. Но вы должны каждый день читать, должны читать, и это здорово, что мы читаем. Будем продолжать свое рвение. So, our main aim is to read Tibetan texts. Any text you find, you can read pretty nicely and clearly. This is our main aim to learn this Tibetan, how to read. Будет здорово, если, неважно, какую книгу вы на тибетском, но вы будете прочитывать постоянно, читать и запоминать автоматически, запоминать язык. This is possible in Moscow. Это вам доступно в Москве.
So we should all try again more and more every day. Try to attend class every. Also, it's very easy. Yeah. So you should come and read and practice. И вы должны пытаться практиковать, постоянно читать книги, постоянно каждый день читать текст, читать вот предложения, читать, постоянно читать тибетский. Если вы хотите чего-то достигнуть, как бы понимать то, что вы читаете, читайте постоянно. So, my request is whenever you get any spare time, just try to read the Tibetan books, letters. Uh-huh. Any spare time you get, you just read the Tibetan book. Окей. Okay. Печа, ну. Окей. Okay. И пожелание Нешала, чтобы вы могли читать вот эти книги Печа, то есть там, где написаны тибетские тексты. Он бы очень, ему бы было очень приятно, если мы бы читали тибетские. Oh, nice. And you can improve very quickly if you go on reading like that. Yeah. You can improve very quickly. И вы можете быстро, скажем, продвинуться в своем пути. Аллея. And one thing is, you know, on 25th, this Sunday, yeah, we are celebrating this pendulum. Вы знаете, 25 числа, 25 мая, воскресенье в это будет апреля. Завтра будет 24-е. Sunday, from Sunday, воскресенье. Afternoon 2 o'clock till 4:30. Or 2.5 hours in front of the Chinese embassy. С двух до четырех будет where? In Chinese embassy in front of. Really? Yeah. Very peaceful. We have got permission. Напротив китайского посла. And посольства. No shouting. Just only just this stay there and just to do some prayers, reading books. Okay. Prayer, no shouting at all. Where? In nature? In the street? In front of the just in ground grassy. Chinese embassy. Окей. Напротив китайского посольства будет небольшой, будет просто небольшая как бы встреча, будет типа небольшие молитвы. Это будет день рождения Пан Чен Ламы и Пешала всех. But he's 15th. He was now on that. He's 15 years old. He now. Пан Чен Лама only 15. И вы знаете, ему сейчас 15 лет. Неизвестно, где он находится, как китайцы скрывают его местонахождение. He is still in house arrest or in prison. We don't know whether he is alive or is. We don't know. Даже жив он или нет, они не знают, потому что он сейчас находится в заключении у китайцев, и они не рассказывают, куда они его. So we are just requesting our the Chinese to release Pan Chen Lama from the house arrest or from prison as soon as possible. И как сможем мы покажем, что мы очень любим Пан Чен Ламу и хотим, чтобы он peacefully, not with arrogance and shouting. Пришел и чтобы он вернулся на свое место. Very peacefully. Но очень мирно. Just only praying and just only two person will give some lectures. Uh-huh. And then we do some prayers and then after at 4 we got only permission from 2 to 4:30. Okay. Only this. Do you know where it's Улица Дружбы, дом 6. Окей. Улица Дружбы, дом 6. Метро университет. Метро университет. Это улица Дружбы, дом 6, метро университет. Все будет мирно, двое-трое человек выступят, а потом начнется, скажем, само выступление. И закончится. Пришло сказать, что есть разрешение китайского посольства. Да, и закончится это все в 4 часа. Нет, есть посольство, разрешение именно китайского посольства. Они спросили разрешение китайского посольства. If you have time, you can go to... It's 2 o'clock. 2 o'clock, yes. 2 часа. Вы все приглашены. Ну, также Ташила просил добавить, что кто не может прийти, ничего страшного. Будет очень хорошо, если в это время мы сделаем какую-то короткую практику, посвятим заслуги здоровья и освобождения Пан Чен Ламы. Это самое простое, что мы можем сделать. If we didn't come, we won't come. Huh? If we will not come, we can also dedicate our merits of Pan Chen Lama. But it's okay. Yeah. If you could come, it's most welcome. Yeah. We need your moral support. Конечно, but если вы придете, будет здорово, и нам нужна ваша поддержка, говорит Гешала.
is everywhere in the world we are just trying to request the Chinese government to free our incarnate Lama, Panchen Lama, from the house areas everywhere in the world. И каждый в мире, очень много людей в мире просят китайское правительство освободить Панчен Ламу. Вы знаете, да, как только он был найден с Панчен Ламой, он был маленьким мальчиком, его сразу же китайцы захватили как бы в тюрьму, и больше никто не знает, где он находится, как он живет и что с ним. And we are happy that today, this time we got the permission from the Russian government to hold this rally, peaceful rally, without shouting anything, nothing, peaceful rally. И мы очень рады, что на данный момент русское правительство разрешило им сделать такую, скажем, мирную акцию без какого-то насилия абсолютно, просто мирное, скажем, празднование Панчен Ламы. We are all requesting for moral support. We have to do. Attend that rally. Yeah. Yes, and I'm also here. You and your friends, anybody who have time, have moral support, please come and support our position, our problem. И еще раз Гешала подчеркивает, что, скажем, это очень важно для всех нас, и если мы будем поддерживать, если мы приедем, то это будет здорово, и мы поможем друг другу. If you are busy and you have no time, then it doesn't matter. Если, конечно, у вас нет времени, вы заняты, это небольшая проблема. Yes, I'm requesting if you have time. Да. And wish. Али. Но Гешала подчеркивает, что он приглашает, если у вас есть время, приходите. Площадь дружбы, дом 6. Okay. Али! Okay. Thank you very much. Судичи.